Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, Алексей Шлыков, и отвечая на ваши многочисленные просьбы рассказать что-нибудь об интересных иностранных монетах, я вспомнил, что существует целый ряд европейских монет, чья история и чье происхождение неразрывно связано с историей России. Да, они крайне редки и крайне недешевы. Так тем интереснее нам о них будет поговорить. Не правда ли? Тогда начнем. Думаю, для каждого любителя российской истории имя Эрнста Иоганна Берона значит многое. Фаворит императрицы Анны Иоанновны, из низшего дворянства, доросшего до графского титула Священной Римской империи, правящий от имени императрицы жестко и властно, в результате осужденный на казнь, на помилованный, ставший под конец жизни герцогом курлянским и отказавшимся от власти в пользу сына, Петра. И вот перед нами Талер, того самого Петра, Петра Берона. Талер Курлянского герцогства, находившегося под непосредственным протекторатом Российской империи. В нумизматических кругах эту монету еще называют талером Екатерины. Чеканилась эта монета исключительно лишь в 1780 году, а уже в 1795 герцогство официально стало называться Курлянской губернией в составе Российской империи. Согласитесь, господа, эта монета будет превосходно смотреться как в коллекции европейских портретных талеров, так и в собрании монет Российской империи, иллюстрируя собой политический расклад того времени и демонстрируя нам портрет правящей личности, тесно связанный с российской историей. Вместе с вами любуюсь этой замечательной монетой и прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!